мы заканчиваем второй этап Кубка Starper Stars по дрифту. Это новое мероприятие, уникальное для дрифта в целом. Мы хотели совместить максимальное количество тренировок, парных заездов именно, с каким-то правильным наполнением и с тем, чтобы каждый проехал максимально возможное количество заездов. И в целом у нас это получилось. То есть формат «каждый с каждым» по круговой системе, он дает возможность покататься со всеми соперниками за 3 дня уикенда, как минимум несколько, там, 2-3 раза. Что сказать про мероприятие? Оно офигенное получилось. И мы очень довольны, потому что... Но у нас продолжаются приключения. Сейчас будем менять тормозную жидкость в автомобиле. Установили уже всю проводку. Осталось собрать только переднюю подвеску. Вот. И думаю, что машина, в принципе, это готова. Поэтому очень скоро вы ее уже...